вижу, какая красивая оберточка такая. Я скушала бы вместе с оберточкой. Я свинка, я ем все. Всем привет! Я свинка Пеппа. Я сегодня пришла в гости к Эмилии. И не просто пришла, а принесла сюрпризы. Нет, так не годится. Нет. Я тебе дам сейчас булавочку. Осторожно, стой. И ты будешь лопать шарики. Да. И при этом будешь говорить, какие шарики. Или я тебе буду подсказывать. Вот те стаканчики с моей семьей. Видишь, все стаканчики. Давай, какой ты хочешь, подожди. Какой ты хочешь сначала лопнуть шар? Это розовенький шар. Лопай, вот этот, лопай. Нет, котик. Какой у нас фокус получился. Смотри, шарик не лопнул, потому что она сюда проткнула. Лопай сбоку, давай, подержать. Доставай, что там? Что там внутри? Что там? Что там? Это киндер-сюрприз, уважаю киндер-сюрпризы! Это киндер-сюрприз, ребят! Это киндер-сюрприз киндерина профессии! Открывай, нам не терпится, бегом! Вот такой нам львеночек попался, смотрите! Вот из такой коллекции! Вот такие вот. Тут мама с детенышем. Вот такой детеныш с мамой-львенком попался нам. Мне понравились такие игрушки. Давай какой ты будешь лопать дальше шарик. Ой. Вот этот, да желтенький шарик. Давай. Ай, я так боюсь, когда лопаются шарики. Доставай, кто там? Еще один киндер-сюрприз. Тоже киндерина в профессии. Открывай. Вот нам попалась вот такая машиночка, оранжевенькая. Такая вот машиночка нам попалась. Еще осталось 3 стаканчика. Давай, какой ты хочешь следующий? Давай. Это красненький шарик. Лопай, я закрою ушки. Лопнул. Доставай, кто там? Там еще одна яичко. Тоже такое яичко. Киндер-сюрприз! Киндерина профессии! Кто там у нас? Вот нам вот такая вот коллекция. И нам попался вот такой красный бык. Вот такой вот бык. Ой, и Пеппа у нас упала. Бык такой. Вот такой бычок нам попался. Вот такой. Забодаю, забодаю. Да? Ну что, Эмилюша, у нас еще осталось 2 оранжевых. А ты будешь оранжевый? Давай, я люблю зеленый цвет. Ну, конечно, я все люблю цвета. Давай, лопай мне оранжевый. Нет, не серединки, потому что серединка, она не лопается. Вот тут давай, вот тут накалывай. Да. Давай, кали, он будет лоб делать. Аккуратненько надо. Вот тут сбоку. Да, да, сбоку надо, давай. Ой, шарик убегает. Ай, как лопнул шарик громко. Еще один киндер-сюрприз, ура, люблю киндер-сюрпризы. Тоже такой же самый у нас. Киндерина профессии. Давай, 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 разбирай. Разбирай, посмотрим, что нам там попалось. Какое животное. Да, такой красивый. Такая красивая упаковочка. Я люблю киндер-сюрпризы. Вот такая вот машинка нам попалась. Гоночная. Вот такая. Вот такая вот машиночка нам попалась. Такая гоночная машинка. Вот. Так жалко, что они так быстро заканчиваются. Ну давай. Лопай последний зеленый. Киндер-сюрприз! А теперь отдаваем мне иголочку. Давай, давай свинке Пеппу иголочку. Деткам нельзя с иголочками. Пеппа забирает. Открывай последнее яичко, и мы посмотрим, какие нам попались много каких интересных сюрпризов. Ну давай, открывай быстренько, я хочу посмотреть, что там.
Я люблю нюхать киндеры. Я люблю киндеры. И люблю тебя. Давай быстрее. Давай. Да, я вижу, какая красивая оберточка такая. Я скушала бы вместе с оберточкой. Я свинка, я ем все. Быстрее, быстрее, быстрее. Открывай последнее яичко. Нам очень интересно с ребятами. Что там у тебя? Давай, давай. Вот такой нам попался браслет. Вот такой прям огненный браслет. Вот так вот он собирается. А ну, Милечка, покажи, какой он на ручке. Покажи. Вот такой он красивый. Вот такой на ручке. Давай. Вот такой на ручке. Вот так. Вот такие у нас сегодня были киндер-сюрпризы, ребята. Вы сегодня были за свинкой и Пеппой. Если вам понравилось наше видео, если вы хотите, чтобы я была чаще, пишите это в комментариях. Всем пока-пока. Mwah, mwah, mwah.